«Память бережно храня» патриотическая акция под этим названием стартовала в Ярославле. Ее инициатором и организатором стал муниципалитет города. Главная задача – помочь ярославцам восполнить пробелы в знаниях о военных подвигах собственных родственников. Пожелтевшие от времени фотографии, письма, треугольнички с фронта, видавшие виды солдатский вещмешок или даже извлеченные из раны пуля. Эти реликвии времен Великой Отечественной хранятся во многих ярославских семьях. Только зачастую получается так, что историю памятных вещей знают далеко не все члены семьи обладательниц. Узнать самим, рассказать своим близким, а после и окружающим – в этом заключается суть патриотической акции «Память бережно храня». Ее организатор и инициатор – муниципалитет Ярославля. Мы попросим наших школьников написать сочинение вместе с родителями или самостоятельно о том, что они знают об этой войне, о том, что они знают о своих предках. Этот рассказ нужно будет оформить в виде письменного сочинения и принести вместе с фотографиями семейных реликвий в ближайшую районную библиотеку. Там до начала апреля запланированы встречи с ветеранами и депутатами муниципалитета. Авторы сочинений смогут публично поведать им о своих героических родственниках. Мы же предлагаем еще к тому же всем ярославцам оцифровать вот эти вот семейные реликвии. Понятно, что это вот если единственная драгоценность, то трудно с ней расстаться. И мы предлагаем сделать такую электронную копилку семейных реликвий ярославцев, которую выставим на сайте библиотек города. Самые интересные работы станут экспонатами тематической выставки в Музее истории города. Она откроется 7 мая. То, что есть в семьях, надо это дело показывать. Это очень нужно. И сегодняшние события тоже показывают, что если мы только не будем постоянно вот об этом говорить, помнить, то другая идеология будет совершенно торжествовать, что нам не нужно. Опыт проведения подобных патриотических акций на ярославской земле уже есть и удачный. Последняя прошла 5 лет назад в преддверии 65-й годовщины Великой Победы. Тогда в ней приняли участие больше 200 ярославцев, а из их рассказов получились 2 книги о героях-земляках.